А, 29 февраля, да. И это бывает же такое, что типа 28 дней. И в 4 года один раз бывает 29. Пакет нужен? Понял? Для молока? Нет, спасибо. Но нельзя сдаваться. Дело не в каких-то лекарствах, а в том, что здесь нужно хранить веру. Я говорю чушь? Совсем нет. Но я так и не проверишься религией. Я говорю не про религию. А если прикинь, просто видеть, что вы можете что-то изменить. И твоя тетя стала легче, потому что ты в это верила. И да, она сказала, но что... Ну я же это и говорю. Когда больше ничего не было. Нет, я уже отправляла. Вот так вот ноги. Этот Мухаммад 150 рублей отправил человек. Вот Мухаммад отправит, он у нас щедрый. Боюсь, что это невозможно. Ты брат. Вот по-братски отправим ему. Скажите ей, что Гарольд Фрай уже в пути. В чем? В пути. Пусть она просто подождет. Потому что я ее спасу, понимаете? Я буду идти и идти, она пусть живет. У нас ужасная связь. Что вы будете? Я буду идти. А, хорошо. Ладно. Я ей передам. Вы идете? Из Южного Девона до берега на Твиде. Я отправлюсь прямо сейчас. Пока я в пути, она должна жить. Пожалуйста, передайте ей, что на этот раз я ее не подведу. Дождись меня, Гарольд. Ну что ж, ты всегда так делаешь. Говоришь, что готова, а потом несешь какой-то хлам. Добрый день! Что, Мухаммад? Привет! Спать пуком. Да я спала, я проснулась. Нет, Мухаммад, нет, конечно. Здесь в личку напиши, Мухаммад, мне, я тебе отвечу. Доброе утро. Я 4 часа всего лишь спала. Я проснулась, у нас... У меня же с окна море видно, и такой красивый рассвет был. Хотела проснуться, чтобы этот рассвет увидеть. Проснулась, посмотрела. И сижу в этот... Сначала мультик посмотрела, сейчас кино смотрю. Дошло? Нет, ты мне этот... Подпишись на меня. А вот, сейчас. Я иду пешком в берег на Твиде. Что? Я спасу Куини Хеннесси. Ты что, выпил? На заправке была девушка с синими волосами. Да. Она спасла свою тетю, она так сказала. Ты не можешь спасти больных раком, если ты только хирург. Ты никуда не ходишь. Ты не ходил никогда в жизни, ты только идешь до машины. Знаю. Это нелепо. Верни домой. Мало просто послать ей письмо. Если тебе это так нужно, Вик, я даже и не знала.
Идти? Почему бы и нет? Иди в Берег на Твиде. До него всего-то 800 километров. Нет, конечно, сплюнь, Мухаммад. Хорошо, Азиз. Я даже и не знала. Идти? Почему бы и нет? Иди в Берег на Твиде. Спасибо. Я иду пешком в Берег на Твиде. Что-что? Я спасу Куинни Хеннесси. Ты что, выпил? На заправке была девушка с синими волосами. Она спасла свою тетю, она так сказала. Ты не можешь спасти больных раком, если ты только не хирург. Ты никуда не ходишь. Ты не ходил никогда в жизни, ты только идешь до машины. Знаю. Это нелепо. Верни домой. Мало просто послать ей письмо. Да, это моя пупка. Я должен это сделать, Молли. Мой пирожок. Ну? Если тебе это так нужно, я даже и не знала. Идти? Почему бы и нет? Иди в Берег на Твиде. До него всего-то 800 километров. Гарольд? Ты не должна умереть. Ты не должна умереть. Умереть ты не должна. Не должна умереть.